Тисковицы. Приветствую вас сегодня в этом замечательном, уютном зале Михайловского театра на вечере гала-представлении в честь моей обожаемой Анжелины Воронцовой. В мае 2008 года величайшая балерина 20 века Екатерина Максимова представила мне очаровательную девочку, которую она присмотрела для себя в региональном училище. Она ее очень напекала, пестовала и как бы готовила к себе ученицы, ждала, когда Анжелина закончит школу для того, чтобы начать заниматься ее карьерой. Но, к сожалению, волею судьбы так случилось, что именно в тот момент, когда Анжелина заканчивала школу, Екатерина Сергеевна не стала. И вот мы объединились, и все свои первые шаги Лина на сцене делала и под моим руководством в качестве педагога, и в качестве премьера, партнера. И это была очень ответственная работа, потому что я был очень дружен с Екатериной Сергеевной, я ее обожал, и, конечно, все, что мы с Линочкой делали, мы ориентировались всегда на высокое служение величайшей русской балетной школы. С 2013 года, опять-таки, судьба нас занесла в прекрасный город Санкт-Петербург. Меня в качестве ректора Академии русского балета Анжелина стала прямой балериной Михайловского театра. И здесь, в этих замечательных стенах, она встретилась с замечательными профессионалами. Я ее передал в великолепные руки. Я хочу от себя выразить огромную благодарность Татьяне Легат, Жанне Аюповой, Эльвире Хабибуллиной, которые приготовили огромное количество ролей, которыми сегодня Анжелина радует зрителя. И вы знаете, настал тот период, когда ты начинаешь праздновать не только свои памятные даты, но уже участвуешь вот в таких замечательных вечерах уже у всех, к кому когда-то ты имел отношение как педагог. Это очень интересный момент в судьбе и очень интересный момент в жизни. Я очень надеюсь, что вы сегодня получите большое удовольствие, вы увидите абсолютно разную Анжелину в разных ипостасях, и как классическую балерину, и как танцовщицу модерна, и как танцовщицу с совершенно разными ролями. Я хочу выразить огромную благодарность всем служителям Михайловского театра, Владимиру Абрамовичу Кехману, который очень много сделал для того, чтобы сегодняшний вечер состоялся. Ну, а моей любимой Анжелине я хочу пожелать наикрепчайшего здоровья и как можно дольше радовать и меня, и вас. Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.